В 2020 году была завершена реконструкция дома Русова по адресу улица Садовая, 21. В результате разрушенный объект, который ранее был жилым домом и который ранее решением исполнительного комитета был признан аварийным и непригодным для проживания людей, был отреставрирован и приспособлен под общественное здание памятника культурного наследия. 3 июля 2020 года по результатам завершенных работ, технической инвентаризации, которая была проведена по заказу Управления капитального строительства Одесского городского совета, было принято решение на заседании исполнительного комитета о регистрации права коммунальной собственности территориальной громады города на данный объект. В этот же день были проведены соответствующие регистрационные действия и информация о регистрации занесена в государственный реестр прав на недвижимое имущество, а именно общественное здание памятника культурного наследия дом Русова на сегодняшний день зарегистрирован за территориальной громадой города как общественное здание, которое мы получили в результате проведенных ремонтных работ и реконструкции.